куча различных видео по игре CSGO. Если ты фанат этой игры, то заходи и подписывайся на канал Иллюзия Дарка. Здесь действительно интересно. Ссылочка на него в описании, а мы приступаем. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, в новую серию нашего 6-го сезона с модом Пиксельмон. И перед тем, как продолжить наши изумительные путешествия в мире покемонов, давайте хотя бы одним глазком посмотрим, какое же развлечение нас ждет в этой серии. Ну что, ребята, что мы будем делать, что мы будем придумывать, потому что я пока что сам не знаю. Мы, наверное, в честь кого-то все-таки в этой серии назовем покемона, также будем прокачивать наших покемонов и дальше продолжать искать гимы. Да, ребята, потому что, кто не помнит, предыдущий гим мы закончили, в принципе, пару серий назад, да, или в предыдущий, нет, вроде две серии назад. Да, ребята, и мы взяли капитаном в нашу команду Хуйдума. Не видите, как он тащит? Это вообще офигеть просто. Но, ребята, перед этим, как обычно, я бы очень сильно хотел попросить поставить лайк. Ведь сегодня четверг, а завтра пятница, мать его, финальный день недели. Я не знаю, может, у кого-то еще каникулы. Я, ребята, как-то, не знаю, не слежу за этим. Но завтра пятница, это просто не может не радовать. Все приходят домой уставшие после недели, после работы. Я уже много раз говорил, то, что для меня пятница это больше праздник, чем тот же день рождения. Я вам зуб даю, то, что для меня пятница это... Я пятницу жду больше, чем свой день рождения. Я не знаю почему, но это факт, да, ребята. Поэтому, если вы хотите видеть новую серию Пиксельмона завтра, чтобы не было вопросов, я даю вам точную информацию. Если на этой серии сегодня мы наберем 1200 лайков, то завтра, ребята, запоминайте, ровно, прям в секунду, в секунду, в секунду. Если не в секунду, то я не знаю, можете меня запинать. Но прям в секунду. В 10 часов по Москве утром. Прям в 10:00 секунд. Я вам обещаю, выйдет новая серия Пиксельмона, если мы на этой наберем 1200 лайков. Ребята, лайки для меня очень важны, я... Ценю вас, ценю своих подписчиков, и поэтому, если у вас хотя бы тоже есть немного любви ко мне, поэтому, как подписчик-ютубер, да, то поставьте, пожалуйста, лайк. Это действительно большая мотивация для записи новых видео. Я вам также, ребята, просто даю свое слово, то, что набираем лайки, завтра выходит новая серия. Также не забываем подписаться на мой канал. Вот тут есть, смотрите, вот тут такая небольшущая ссылочка, на которую вы можете за одну секунду нажать, но сделать мне прям очень сильно приятно, потому что каждый подписчик для меня как друг. Если ты хочешь со мной пообщаться, просто нажми, подпишись, и можешь задавать любой вопрос в комментарии, я на него обязательно отвечу и также с тобой пообщаюсь. Да, ребята? А сейчас мы полностью будем приступать к самому Пиксельмону. Будем смотреть, что мы сейчас будем вытворять. Потому что, если честно, толком не знаю. То, что я помню, то, что я планировал себе сделать на эту серию, это скрафтить зачаровальню. То есть, обычная зачаровальня у нас есть. Но я хочу скрафтить особенную. Она у нас есть, ребята, секунду. Да, я проверил, у меня есть этот мод на зачаровальню. То есть, с помощью этого мода вы можете выбрать любое зачарование, которое вы хотите добавить себе на пушку. То есть, не только какое случайно вам попадется, а то, что вам нужно. И это, конечно, зачаровальня намного сложнее крафтится, чем обычная. О, еще один Shiny Mareep. Ребят, эти Shiny Mareep просто-напросто с меня издеваются. Они спаются практически каждую серию. Я очень рад, что нам попался Shiny Mareep, но спасибо, конечно, но не 10 штук подряд. Было бы круто, если вот тот же, я не знаю, вот тот же Сил бы Шайни заспавнился. Это тот же Магнимайт, если бы Шайни заспавнился, это было бы намного круче. Но нет, нам спавнятся всякие Марипы по 5 раз за одну серию. Я не знаю. Также, вы меня спросите, зачем я вот так активно сейчас убиваю Марипов? Потому что с Марипов выпадает шерсть. А шерсть с помощью одного мода можно поменять, шерсти точнее, можно сделать... Нити, да, не с нити шерсть, а наоборот. Поэтому, ребята,
Это так. Но вы также меня можете спросить, а зачем тебе вообще нужны нити, да? А потому что, ребята, с помощью них мы можем сделать себе рыбацкие сети. Кто не помнит, у нас возле дома стоит такой небольшой причал. Ну как, причала там еще нету, я хочу построить, но все же. Стоит там, и я очень хочу сделать кучу, знаете, вот этих рыбацких сетей. Потому что с помощью рыбацких сетей вы можете вылавливать и кучу рыбы, и также какие-то случайные предметы, которые могут вам попасться. Я не помню, что нам попадалось, но вроде что-то там пару раз ценное такое более-менее попадалось. Поэтому чем больше мы набьем шерсти, тем лучше. Тем больше рыбацких сетей мы сделаем. Кто там еще заспавнился? Вроде никого такого толкового. Ладно, что мы еще хотели сделать, ребята, в этой серии? В принципе, больше такого ничего. Давайте я уже действительно сейчас пойду домой, сделаем еще несколько рыбацких сетей. И после этого мы пойдем сделаем себе новую зачаровальню, которая в 10 раз будет лучше, чем вот это. Как делаются нити, если бы я помнил, было бы вообще зашибись. Я не помню, ребята. А, твою мать, вот не так, а вот так. Я не знаю, почему так сделано, но пускай будет. Я случайно сделал коврик вашу. Ладно, и у нас получится 10, 11 точнее. Это круто, потому что ща мы их прям нашпигуем в одно место и посмотрим, что там словится за какой-то промежуток времени. Мы даже сейчас посмотрим, что тут словилось уже вот тут. В принципе, давайте, ребята, сейчас быстренько глянем. Может, даже что-то ценное и будет. Рыбки, рыбки, рыбки. Рыбки — это круто, потому что рыбки дорогие, и это реально очень даже круто. Мы их можем толкнуть рыбному барыге, можно и так сказать. Вот смотрите. Ой. Чё за чипка? Я случайно запихнул Magikarp. Ребята, мы словили Magikarp на, я не знаю, на рыбацкие сети. Я случайно, мне даже какую-то ачивку дали. Что это такое? Ага, словить кого-то с помощью твоей рыбацкой сети. Я случайно Magikarp словил. Круто. Ладно, возвращаемся быстренько домой и посмотрим, чего мы можем тут наторговать. А, вот тут. О, не глоустон, а редстоун. Этой рыбки нету, это есть. Это нету. И, в принципе, что нам нужно? Давайте, ребята, мы быстренько приступим. Что нам нужно? А этой рыбы случайно нету в продаже? Вот этой Раф Салмон. Соломон какой-то. Нету, нужно будет добавить. Что мы сейчас будем делать? Давайте быстренько пойдем и сделаем зачаровальню. Да, если у нас, конечно, получится. Я помню, как она приблизительно делается. Нам нужно книжка с пером. Книжка у нас есть. Перо, как сделать книжку с пером? Вроде так. И что нам еще необходимо? Давайте эндерперл возьмем, это нам пригодится. И что нам еще нужно для книжки с пером? Да, вот, и перо, собственно, да. А вот это можно выкинуть. Что можно выкинуть? Вот это можно выкинуть. И вот это можно выкинуть. И вот это можно выкинуть. Замечательно. Быстренько делаем вот так, вот так, вот так. Замечательно. Сейчас нам нужно 2 обсидиана для этого. Также нам нужно 1, 2, 3, 4 золото. Беру золото, говорю, железо. И что нам еще нужно? Эндерперл, но эндерперл не простой, а вот такой. Да, эндерперл не простой, а золотой. Так, это сюда. Вот одну возьмем, достаточно. Это сюда. Замечательно, и это сюда, и это сюда, замечательно. Все, вот это все можно уже повыкладывать, это, в принципе, нам не пригодится. Сейчас, ребята, вот, в принципе, мы уже можем сделать. Так быстренько это все получилось. А, нет, вот смотрите, что нам еще нужно. Нам же нужно еще обычную наковальню взять. Не наковальню, а зачаровальню. У меня прям мысли путаются, ребята, я прошу прощения, не знаю почему. Также сейчас мы пойдем охотиться на покемонов, но одновременно будем грабить, обворовывать. Убивать детей и женщин, конечно, не будем, но будем деревни грабить, обворовывать, потому что нам нужны книжные полочки, а там их, в принципе, полно. Вот так, да, ребята. Вот мы скрафтили новую зачаровальню. Она, мне кажется, будет действительно очень крутая. Вот давайте посмотрим. Вот. 51 уровень. Fortune and Bacon Efficiency. Мы можем, в принципе, это реально на много чего зачарить. На 3 можем зачарить, я надеюсь. Или не можем? Нет, на 3. На 3. На 2. Я хочу на 3, вот так. Но почему-то я не могу. Может, да хрен его знает, честно. А хрен его знает. Ладно, потом разберемся. Нужно пойти сначала вздремнуть чуть-чуть.
а то ночью неохота, и пойдем, ребята, пойдем на охоту. Кого бы сейчас ловить, мне бы очень хотелось знать, я не знаю, честно. Хуйдум у нас есть, Иви у нас будет, наверное, все-таки желтионом, как мы договаривались. Пипинсер. Пипинсера можно будет выкладывать, как только он там достигнет, ну, допустим, 40 уровня, потому что долго его прокачивать тоже нету смысла. Я не думаю, что Пипинсер будет одним из тех покемонов, которых мы будем брать с собой в гим. Хотя, так смотрю, у него вроде даже неплохие такие атаки, у него боевые атаки. А ну давайте посмотрим, как он вообще рубашить будет. А вдруг он сейчас вот этого Персиана с одного с двух ударов. Ну, да, с двух ударов. В принципе, мне кажется, даже Пипинсер тащить будет жестоко. Давайте включим шейдеры и потопаем. Где-то возле нашего дома вблизи была деревня. Сейчас бы вообще вспомнить, где приблизительно. Если так, то мы ее сейчас немного ограбим. Совсем немного, если, конечно, там будут книжные полочки. Если не будут, то нафиг она нам сдалась, да, ребята? И сразу же оттуда уйдем. Уйдем. Да, уйдем. Без х в начале. Просто уйдем. Так, ладно, это не деревня, это просто заброшенный домик с привидениями. Я надеюсь, то, что привидений тут все же нету, но... А, нет, есть книжные полочки. Даже сундук обычный. Без вообще... Вообще ничего там нету. А сундук вообще оставим в воздухе. Так. Ну, это обычный вот такой домик, который добавили, я не знаю, пару обновлений назад. Было бы круто, да, ребята, если бы, например, когда вы находили вот такой небольшой покет-центр, можно и так назвать, то хотя бы, чтобы там был какой-то маленький лут, да, чтобы там было, допустим, хотя бы два обычных покебола. Было бы намного приятнее, если честно, чем вообще там ничего нету. Я не знаю, почему все-таки туда не добавили. Мне кажется, действительно было бы круто. Я бы был намного рад, если бы мне даже попался какой-то там обычный покебол, который я бы никогда в жизни не использовал, потому что он нам нафиг не нужен. Но все же мне бы было приятно то, что мы все-таки его хотя бы нашли. Я не знаю, почему они все-таки не добавили, это было бы круто. Ребята, марипы, охота на овечек и на коровушек, потому что... потому что все-таки милтанки нам тоже нужны. Для чего? Ребята, не забываем то, что мы можем сделать себе большой поке... Нет, не поке, а обычный бэкпак. Да. То есть он будет не такой, как вот этот, а будет в 2-3 раза больше. И намного больше вещичек там сможет поместиться. Поэтому он будет даже полезной штуковиной. Главное собрать ресурсы и потом его скрафить. Фьюрек, какой-то ты небольшой уровень, ты всегда обычно там 35-й, 40-й, а сейчас 20-й, как-то вообще маленький такой, маленький магмар. Ребята, вы кого-то видите такого прям, знаете, толкового, чтобы можно было убить и не постесняться к нему даже подойти, потому что когда я вижу там 10-х, 20-х уровней, как-то не знаю, честно. Я, в принципе, больше никого не вижу. В пустыне 100%. Это нет. А ну флайгоша там противный есть. В пустыне больше толком никого не будет. Если у нас еще вот тут. Или вот тут, или в LatSD. Вот, да. Вот тут замечательно, потому что я помню, где-то мы остановились, где была еще равнина. Вот она тут. Сейчас, ребята, поищем еще покемошек. Хуйдум 46-й. Все-таки Хуйдум это отличный выбор, потому что много еще гимов будет, если мы их, конечно, найдем, да, где пригодятся огненные покемоны. Один огненный покемон у нас уже есть, это Инфернеп, который прям решать будет нормально, потому что Инфернеп это не только огненный, а еще также боевой, если честно, его боевые умения ни капельки не уступают его огненным умениям, даже еще можно сказать лучше, чем огненные, я не знаю, вроде... Сколько я не играл с Инфернейпом, у него огненные умения намного лучше и намного мне больше нравились не огненные, а боевые, чем те же огненные. Я не знаю, посмотрим, ребята. Одиши. О, Марип. Марип. Всем. А, твою мать, я же шел искать деревню. Почему-то сейчас вспомнил... Только сейчас вспомнил, вообще забыл то, что я за деревнями пришел и хожу ищу просто покемонов. Не знаю почему. Ладно. Потопали.
Что мы можем встретить в пустыне? В принципе, в пустыне мы находили прям офигеть какое большое количество и сокровищниц, и также покецентров, и в принципе тех же деревней, да, но как всегда мы находили это тогда, когда это нам нафиг не сдалось. А сейчас, когда это нам действительно нужно, мы не найдем вообще ни одно создание, ни одну нужную нам построечку. Будем надеяться, что это не так, что я ошибаюсь, но почему-то мне кажется, что... Да твою мать, я в этой серии должен прям в каждый блок биться, не могу пробежать мимо одного блока. Должен стукнуться прям в каждый блок, который будет передо мной. Ну ты охренел просто. И это нужно тебе было на меня нападать. Ну смысл, то есть что ты с этого получил? Сам умер. Вот тут круто, ребята, вот тут реально круто. Таймсет 2000. Я просто хочу тут скриншотик сделать. Скриншотик. Что нам нужно? Вот так. Скриншотик, да. Джунгли. Ребята, мы же сейчас на охоте за Мью. Если бы мы ее еще хотя бы когда-то в этом сезоне заспавили, было бы вообще круто. Было бы прям шикардос. Но вы сами знаете то, что это будет не скоро. Ну, как мне кажется, да? Латес. Я тут уже был, извиняюсь. А куда я хотел? Вот сюда я хотел. Тут у нас что? Тут у нас пустыня и сокровищница. Лучше было бы пустыня и деревня, чем сокровищница. Нафиг. Райкоу, точно, ребята, если честно, вообще про Райкоу забыл. Он может же тут заспавниться. В смысле, в саванне. Нужно будет немного тут побегать и поискать, потому что шанс все-таки велик. Райкоу, это та легенда, которая, можно сказать, часто спавнится. По крайней мере, спавнилась в предыдущем сезоне. В предыдущем сезоне у нас было так, что Райкоу спавнится практически каждую серию. И это, если честно, мне уже начало тогда сильно надоедать. Но, как вы знаете, все, наверное, знают, кто играет в Pixelmon, то, что разработчики очень любят химичить над версиями. В одной версии убирают одно, добавляют другое, то, что в 30 раз хуже, чем то, что было первое. Они, короче, химичат, действительно, не чтобы добавить какие-то новые, там, текстурки, новых покемонов или еще что-то новое. Нет, они будут ухудшать старое. Да, я не представляю, зачем, но такая логика, ребята, такая логика. А с этих, кстати, тоже... Кожа выпадает, да, как я знаю? 4000, нифига себе, пирожки. Так, вот это давайте выкинем. Иксайзер это охренеть просто, потому что Иксайзер это жучая атака, и Иксайзер для того, чтобы фигачить. Для того, чтобы фигачить водных покемонов, это прям то, что нужно. Это офигеть, как круто, потому что Эксайзер это реально крутая атака, и она реально пинает всех подряд. Если бы ты еще сейчас нашего пипинсера не запинал, просто так, хорошего парнишу. 29 уровень тебя там щекотал, потому что нормального урона он тебе вряд ли нанес бы. Ну хотя он и так его практически убил. А ты его сам убил, вот ты мать твою манечина. Я не вылечил пипинсера, ребята. У кого нету пипинсера, как я... Вы уже в бою, зараза. Как я говорил много раз, у кого нету пипинсера, того... Вы себя не можете называть покетренером, если у вас нету пипинсера. Твою... Пипинсер это тот покемон, которого нужно ловить в первую очередь. Ни Пикачу, ни Чаризарда, ни Чармандера, точнее, ни еще там кого-то. А именно Пипинсера, ребята. Пипинсер это все. То есть, если у вас есть Пипинсер, значит вы... Все. То есть, вы уже тренер покемона. Вам... Да вашу нафиг пионерку! Да харе меня уже убивать, этого Пипинсера! 29 уровень, бьет его по 10 урона, потом в один момент пу-бум! Сразу на всю жизнь. Если ты тоже убьешь моего... Нет, не ты, зараза, но тебя, в принципе, тоже можно убить. Если кто-то с вас убьет моего пипинсера, будете иметь большие проблемы. Я вам обещаю. Обещаю, если ты, кенгурушка, убьешь моего пипинсера, если вот сейчас ты кританешь... забоялась, зараза, я так и понял.
корыто твое еще очень так сжалось. А то бы, знаете, если бы напало, то я прям бы, не знаю, разорвал бы на кусочки. Честно, я там уже угрозы такие кидать хотел, но все же. Арбок, пожалуйста. Притормози немного, а то проблемки будут. Да, будут. Ух ты, бычары собрались, на бычар мы нападем. Бычара, ха? Бычары, кого-то мне этот голос напомнил. Бычар, так как я сказал. Одного певца, я не помню, вроде Лев Лещенко. Он, у него там песня одна есть, которую он всегда поет таким голосом. Я не помню, как там было. Вот что-то таким голосом. Бычар! Я не помню, как она там. Офигеть, не помню, ребята. Вспомнил! Минутка караоке с Эдисоном. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Крутая песня. А лучше, чем Эминем или кто-то там другой. Прощай, а всех вокзалов поезда уходят в дальние края. Прощай, под белым небом января. Мы расстаемся навсегда. Минутка безумия, у меня такой день с дня бывает. Просто не обращайте внимания. А мы сейчас дальше будем убивать как кенгурушек. Сколько там вообще уровня нам еще нужно? 3 уровня. Хуй думал, ну как минимум, да, чтобы он там был 50-м. Потом 33-й пипинсер. Пипинсер, о, да вот точно, там нужно пипинсера прокачивать. Ребята, пипинсера нужно качать, потому что как только он станет там, ну, я не знаю, 40-м, может чуть-чуть больше, 45-м, вряд ли 50-м, но хотя. Тогда мы его и выложим в компьютер. Потому что больше смысла его нету с собой таскать, а вместо него возьмем какого-то вообще другого, ну, который будет намного лучше. Но все же пипинсер это круто. Пипинсер это всегда было круто. А Эксайзер это вообще жестяк. Потому что Эксайзер мне еще хорошо так запомнился с предыдущего сезона, когда у нас был Сайзер капитаном. Я, в принципе, также надеюсь, что он в этом сезоне у нас будет капитаном, хотя бы в одной из команд. То, что Эксайзер все-таки нифига себе перепрыгнул. Я, если честно, не надеялся. А что там у нас есть? Какие-то ресурсики? Я не знаю, вряд ли мы сейчас будем ресурсы собирать. И как назло, как я уже вам, ребята, сказал, то, что когда нужна деревня, тогда ее нету. А когда не нужно, тогда они... Твою... Тогда они встречаются прямо на каждом пути. Да, в принципе, на каждом пути, на всех путях, на всех вокзалах и... В принципе, вообще, то есть, идешь в тот биом, там будет деревня. Идешь в тот биом, там будет деревня. Даже в саванне нам кучу раз деревня встречалась. Так, Дудо нужно убить, потому что... А, нет, перья не выпало, а я думал то, что выпадет. В принципе, ребята, сколько там уже серия длится, я не знаю. Мне кажется, в скором времени уже можно будет заканчивать. Люкс, Ксио, да. Ой, нет, чуть не упал. Отсюда мы уже будем валить, мне так кажется. Где пипинсер будет хорошенько... О, точно, если у него есть Эксайзер, значит он, в принципе, может неплохо так качаться... Не сюда. Вы помните, ребята, тот крутой остров, который мы нашли? Где это было? Вот тут, мне кажется. Ой, да, вот тут. Только я тут вообще никого почему-то не вижу, ни одного нормального покемона. Крабби, да. Только первая эволюция, нормальных нету. Пипинсер. Твою... Я хотел вылечиться. Почему ты в бой вор... Охренеть, вот эти баги, лаги. Я не знаю, вот я хотел назад... Хотел назад, ребята, это прям, я не знаю, какой-то там... Это не белорусский случайно? Хотел назад. Или какой-то китайский. Мне, походу, спать нужно идти. А то у меня уже тут...
Уже тут всякий бред начин. Ребята, вот сколько я вам раз говорил, сколько я вам раз повторял. Мне нельзя записывать серию, когда я сонный, то есть когда я прихожу с работы и когда я, в принципе, и должен идти спать. Мне нельзя записывать серии. Вы видите почему? Потому что со мной всегда творится какая-то неведомая хрень. Честно, честно, ребята. Мне нельзя записывать серии, когда мне нужно спать. Лучше в следующий раз я так и сделаю, потому что... То я почему-то петь захочу, то я не знаю, то я буду говорить хотел назвать, какой-то хач нафиг или еще что-то. Мне нельзя, ребята, серии на сонную башку записывать. Вот! Если бы я из-за тебя пропустил босса Краби, я бы себе не... Нет, я бы тебе Пикачу не просил, я бы тебя там зафигачил до смерти. Нет, не убил. Хуйдум, в принципе, я не тем хотел его ударить, но хотя он даже Эмбером неплохо так справляется. Трэш, прям реальный трэш. Ух. Я не знаю, честно, ребята. Давайте ревенч. О, Макс Ревайв, это круто. Вот что-что, но Макс Ревайву я рад. Потому что Макс Ревайв прям офигенно и очень полезен для того, чтобы мы его взяли к себе на следующее сражение в какой-то гим. То ли даже против помощников, то ли просто сэкономить и потом использовать его... Потом... Твою нафиг. Потом использовать его в этом финале, да, то есть против гим-лидера. Потому что это офигенно. Это офигенный итем, который полностью... Это что было? Полностью восстанавливает твоего покемона, воскрешает его с мертвых. И это круто, ребята. Это круто. Но. Ну что, ребята, вот у нас и наступила ночь. Как я уже только что сказал, действительно, пора уже заканчивать серию. Серия такая более-менее, мы прокачались. Со следующей или через серию мы активно продолжим искать новые гимы. Потому что гимы нам нужны, нам нужна новая цель для каких-то новых покемонов, да, чтобы их прокачивать. И также вообще... Какая у нас тоже цель будет в этом сезоне, чтобы вообще найти все гимы, победить всех гим-лидеров и потом пойти участвовать в лиге покемонов. Это, конечно, будет финальная цель, если мы вообще сможем найти эти все гимы и потом вообще найти самый главный стадион. Вряд ли это будет, но все-таки постараемся. А сейчас, в принципе, ребята, мы уже будем заканчивать. Как я говорил на начале этой серии, то что если мы наберем 1200 лайков на вот этой серии, то я вам даю свое слово, то что завтра, в пятницу, финальный день недели. Я в том смысле, то что после пятницы у нас выходные, когда все приходят в школу, идут гулять допоздна или просто задротские ночи, здрасте, короче, или что-то в этом роде. Поэтому, ребята, если вы хотите видеть завтра новую серию Пиксельмона ровно в 10 часов утра по Москве, я вам даю слово, то, что опоздание будет не на минуту, то, ребята, пожалуйста, поставьте лайк. Каждый лайк для меня очень сильно важен, я ценю своих подписчиков, я ценю, когда вы ставите лайки, и лайки — это действительно большая мотивация для записи новых видео, честное слово, ребята. Поэтому 1200 лайков, завтра выходит новая серия. Также не забываем подписываться на мой канал. Вот тут есть красная кнопочка. У вас займет это всего лишь полсекунды, если вы еще не подписаны, чтобы подписаться. А для меня вы действительно сделаете большое приятное. Что это вообще такое? Но все же, ребята, честное слово, это для меня очень приятно. Я еще раз скажу, рад каждому новому подписчику. Я всех приглашаю вступить в нашу большую дружную семью, потому что каждый подписчик для меня как друг. Если ты подпишешься, ты можешь задавать любой вопрос мне в комментариях. Я его должен буду прочитать и также на него ответить. Поэтому, если ты хочешь со мной пообщаться, пожалуйста, подписывайся. Спрашивай, я буду иметь большое удовольствие тебе ответить. Ответить, ребята, честно, уже нужно заканчивать, а то видите, то, что у меня вечерний бред, и нужно заканчивать. Ребята, еще раз скажу, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.